Время футбола. Коли вы у экранов, то готовьтесь к интересному. Мы, Юрий Розанов и Василий Соловьев, вам готовы это пообещать. Но помощь команд нам необходима. Серхио Бускетс. Как внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Думаю, на... И мимо. Мимо ворот, мимо счета, мимо денег. Ави. Все, что остается партнером, это только открываться. Только искать свободное пространство. А уж он бей! Очень уверенно. Вратарь, вытянувшись в струну, мяч этот забирает. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет выбрасывать мяч из-за боковой. Не повезло. Случайный рикошет возвращает мяч оппонентам. Арбитр поднимает флажок, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Хорошо позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко и мяч отобрал. А было опасно довольно. Молодец защитник, разрядил ситуацию. Серхио Бускетс. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Своевременный перехват, можно перевести дух. Дани Алвес. Педро. Партнеры поддерживают. Опасный момент. Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. Ани. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. После этой борьбы мяч у Иньесты остался. Ах, как тяжело его опекать. А, очень высокий процент реализации. Бить ему нельзя давать. И пяточка. Какой красавец. И вновь вместе с мячом. Думаю, надо бить и забивать. Обыгрывает Хави соперника. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. А мы вас предупреждаем.
ждали. С какой он лучше бьет, с левой или правой? Да, и сейчас явно не стой. Собран мяч. Чисто. И атака у другой команды. Что творит Лионель Месси? Нет, здесь по краю не пройдешь. Прочитал передачу, совершил перехват. Ерничая над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. Безусловно, банальная фраза, как бы нам не заснуть, очень подходит к этому матчу пока что. Ну, матч банальный, игра банальная и фраза банальная. Все логично. Поехали! Начинаем вторую половину игры. Арбитру и некогда стал продолжить атаку арбитра. Абсолютно прав. А вот теперь просвистел. Даниэлес. Вступают игроки в борьбу за мяч. Довольно жестко получается. Серхио Бускетс. Хави сегодня в стартовом составе. Он может и издали пробить, и отличную передачку на партнера выкатить. А Хави вновь открыт. Вот и мой передача. Педро. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Серхио Бускетс. Хави. Порой в обязанность защитника и входит тушить пожар в собственной штрафной. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Неймар. Барселона добивается успеха. Великолепный гол. Сыграно как по нотам. Ну, не получилось с первой попытки, а зато получилось со второй. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Ну, по крайней мере, должна совершиться. Матч открыт только во втором тайме.
перепрыгивает через катящегося, подкатывающегося соперника. Думаю, надо бить и забивать. Как говорится, от греха. В половине случаев тренер, давая напутствие перед игрой, говорит атаку до удара. То есть, если ударов мало, значит тренер установку выполняется не до конца. Месси! Удары вынимай! Забивают. Забивают очередной. Как-то даже уже и достаточно спокойно это все воспринимаешь. Все-таки игра с большим перевесом проходит по одной из команд. И увеличение радиуса счета воспринимаешь так. Месси. Интересно. Думаю, надо бить и забивать. Может быть, и не своему, это не пас, в конце концов. Главное, что эпизод закончен. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. Авиев. Перехвачен, нет? Все, главный свисток.